У нас в городе уже, то есть это существует маршрут «Автобус Победы». Нам, как музейщикам, хотелось тоже сделать экскурсию более конкретизированную. Мы в своей экскурсии подошли как музейщики, как историки, взяли камерно только историческую часть города, где везут раненых, где у нас госпиталя, какие вот именно карточки на питание в эвакопункте, то есть вот через такие детали. Мы привыкли, что такие экскурсии проводятся в канун 9 мая, да, но мне кажется, это та часть истории, которую нужно помнить постоянно. И вот раз такая возможность у нас возникла сегодня, в сентябрьский день, то мы, конечно, воспользовались такой ситуацией, съездили, и дети, достаточно подготовленные к этой экскурсии, много узнали.